Следственное управление Следственного комитета по Чувашии возбудило уголовное дело по факту исчезновения 15-летней чебоксарки Екатерины Кораблевой. 18 апреля вечером Екатерина возвращалась домой из школы иностранных языков. До сих пор ее местонахождение не установлено. В 20:15 Екатерина вышла из языковой школы, расположенной на проспекте Тракторостроителей, и направилась в сторону дома. Ей необходимо было пройти всего квартал. Сейчас правоохранительные органы предпринимают все возможные действия, чтобы обнаружить пропавшую девушку. Накануне район буквально прочесали сотрудники ОМОН. В социальных сетях распространяется вся информация о ходе поисков. В рамках расследования следователями во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел предпринимается весь комплекс необходимых следственных действий, оперативно-поисковых и разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения девушки и ее нынешнего местонахождения. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства Следственного управления. Если кому-либо что-то известно о местонахождении пропавшей девушки, а также об обстоятельствах ее исчезновения, правоохранительные органы просят сообщить по телефонам 02 или 102 с мобильного телефона.